Зачем мы столько мучились по теплу? Брать и возвести здесь современные. Спасибо всем за участие в сегодняшнем субботнике, так сказать, быстром очень темпе. Вот. Но учитывая, так сказать, не очень теплую погоду и у нас отсутствие каких-то очень срочных правил на протяжении последних 5 лет, у нас все было срочно нужно было здесь восстановить, срочно надо было подготовить помещение, срочно нужно было еще что-то сделать. Сейчас мы как-то входим в такой более-менее расслабленный пока график, поэтому сильно мы постромки рвать не будем, а будем так планомерно все делать. Вот в этот раз мы заготовили доски, сложили их, они немножко проветрятся, подсохнут к следующему субботнику. И на следующем субботнике продолжим работу. Если опять же позволит погода, уже будем спокойно заниматься забором, опять же, если позволит. Или хотя бы будем заготавливать секции. Что тоже вполне возможно, тем более у нас есть где хранить сейчас это все, помещение свободное. Ну и потихоньку доделывать помещение на следующем субботнике.